В Заволжском районе появился еще один памятник Великой войне. В Тверецком бору месте, которое сторожило, называют Карпатами, сегодня торжественно открыт памятный знак труженикам тыла. Вдохновительницей проекта стала краевед Вера Кузнецова. Металлическую копию противотанкового ежа изготовили на заводе 50. Во время Великой Отечественной в Ярославле создали более 80 тысяч тонн таких заграждений. В первый год войны, когда наш город стал фактически прифронтовым, на окраине начались работы по созданию командного штаба. Ярославцы не забыли и имя конструктора, символа обороны. В «Комсомольской правде» было написано, что столько ежей было сделано, а имя его нигде не увековечивается. И вот мы увековечили имя здесь, об этом человеке можем говорить. И называли вообще-то правильно «звездочки Гарикера» или в народе «рогатки», и больше прижилось «ежи». Это излюбленное место отдыха всех заволжан. Здесь горки в зимний период очень активно используются. Безусловно, это мы сделали ближе к дороге, чтобы не мешать отдыху. Ну и для того, чтобы это было более так значимо. Мы оказали помощь Заволжскому району в благоустройстве территории. В частности, вот мы завозили землю. Я считаю, что такие памятники стоит и в дальнейшем открывать, потому что это наша память.